11 участковых из Владивостока решили получить объективную оценку своей работы. Они стали участниками всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». Первый этап отбора стартовал 11 сентября и продлится он до 20 сентября. За это время жители краевой столицы должны выбрать лучшего. Потом он продолжит борьбу за звание на краевом уровне, а затем, возможно, и на всероссийском. Победителя каждого этапа конкурса будут определять большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, в полной мере отвечает званию участкового уполномоченного полиции. Работа участковых ответственная. Они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Юлия – одна из участников конкурса. В профессии девушка уже 8 лет. За это время ей пришлось решить немало проблем, так как на ее участке 3500 жителей. Когда люди приходят, естественно, ты работаешь с гражданами, ты им что-то там советуешь, как в рамках закона, так и по каким-то человеческим, ну, тоже критериям, соображениям. Все равно пытаешься помочь, понять граждан и, естественно, подсказать им что-то так, чтобы это было им не ущерб, не убыток. Поэтому очень много благодарных есть жильцов. Еще один участник конкурса – Павел Кравцов. Работает участковым 3 года, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, потому что профессия отдается полностью. Да, для этого я оставляю им свой как и личный телефон, так и служебный. И они могут мне звонить всегда, когда я на выходном, я также могу ответить на вопросы. Как бы считаю, что все-таки я и в будни, в рабочие и выходные также должен все-таки помогать гражданам. Юлия и Павел в конкурсе «Народный участковый» принимают участие впервые, хотя проходит он уже в 6-й раз. И за это время приморские участковые уже становились призерами. Задача конкурса является оценка деятельности участковых уполномоченных населением. Для нас это основная приоритетная оценка деятельности. В дальнейшем мы эту оценку будем использовать для совершенствования деятельности участковых уполномоченных. Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте МВД по городу Владивостоку размещены анкеты участников. Поэтому, если есть желание поддержать своего участкового, смело ставьте ему лайк. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.